трасса, три мигалки, шесть ментов, это опасно. Вертолет подвис над его приорой, свет в глаза, угрозы палить в упор, но он не готов давить на тормоза. Все началось еще пару лет назад, кто бы знал. Она несет не только любовь, но он готов без лишних слов пустить за нее кровь. Сын одного коммерсанта, ублюдок редкий, все, что хотел, машины, девочек, таблетки. И в этот день, как на слух, проезжая мимо, увидел, как она вышла из магазина. Он за ней весь на понтах, руки в карманах, таких мало-мало даже на экранах. Получив отказ, дал пощечину. В это время приора свернула на обочину. Она любила хулигана, выбери другого, говорила мама. Он тебя не любит, глупая, проснись, но он готов за нее отдать жизнь. Она любила хулигана, выбери другого, говорила мама. Он тебя не любит, глупая, проснись. Набирай скорость, набирает номер телефона. Гудки пошли, алло, где ты, дома? Да я тут, остановись, умоляю, они тебя убьют. Я расскажу, тебя все поймут. Ты не виноват ни в чем, они должны понять. Ты ни при чем, я не хочу тебя терять. Я слышала, его папа сказал не брать живым. Прошу, вернись ко мне, ты не один. Не плачь, маленькая, я погоняю пару кругов эти дороги. Знаю, ведь это Ростов, и мне плевать, кто его там, дядя или папа. Ты выбрала себе мужчину, я не тряпка. Пусть только кто-то посмеет тебя тронуть пальцем. Я не только готов тебя любить, но и драться за тебя, за нас двоих, к черту их всех. Я так хочу услышать твой смех. Она любила хулигана, выбери другого, говорила мама. Он тебя не любит, глупая, проснись, но он готов за нее отдать жизнь. Она любила хулигана, выбери другого, говорила мама. Он тебя не любит, глупая, проснись. Заключение следствия объявили. После драки возле магазина Арбат, где были двое правонарушителей, достали огнестрельное друг друга, стрельба в упор после ранения. Первый скрылся на машине марки Лада Приора, второй в больнице, ждет приговора, ведется розыск. Мотив пока не ясен, внимание, особо опасен. Она любила хулигана.